Приветствую всех, с вами Ольга и проект Elite InfoBiz. Данный обзор сделаю на проект Smart Capital. Это инвестиционный проект нового поколения, который стартовал в 2019 году и основываются инвестиции данного проекта на торговле криптовалют. Итак, здесь есть 4 инвестиционных плана с минимальным процентом 0,8 и максимальным процентом 1,2 за 24 часа. Минимальная сумма депозита 200 рублей, максимальная сумма 100 тысяч рублей. Соответственно, если мы выберем, например, первый инвестиционный план и вложим здесь 1000 рублей, я беру сумму для примера, потому что, если вы обратите внимание, в каждом инвестиционном плане минимальная сумма разная. Итак, если взять 1000 и вложить ее в первый инвестиционный план, то мы получим за 24 часа 8 рублей. Данный депозит действует 365 дней, как, собственно, и все остальные депозиты. Если возьмем второй инвестиционные планы и тоже вложим 1000 рублей, то в день мы будем получать 9 рублей. В третьем плане в день мы будем получать 10 рублей. И в четвертом инвестиционном плане мы будем получать 12 рублей с 1000. Далее, после изучения тарифных планов, необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно ввести логин, электронную почту и пароль. Я войду в свой кабинет. И после регистрации необходимо пополнить счет. Для этого жмем новый депозит. Мы уже изучили планы. Выбираем план с вами. Вводим сумму минимальную, например, 200 рублей. И выбираем платежную систему. Оплатить можно Яндекс.Деньги, Киви, Payeer или банковской картой. Оплачиваем. Наш депозит запускается в работу. После того, как он закончит работать, у нас начисляются денежные средства, и мы можем их вывести. Для этого жмем «Вывод средств», вводим сумму, выбираем платежную систему и жмем «Вывести денежные средства». Минимальная сумма к выводу зависит от платежной системы, но начинается от 10 рублей. Мы ввели 200 рублей, выбрали первый инвестиционный план. Далее будем держать проект в мониторинге, отслеживать, платит он или нет. Вы за актуальным статусом также можете следить в комментариях ниже данного видео или в комментариях к статье на блоге. Если данный обзор был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех проектов, которые исправно платят на сегодняшний день. Присылайте проекты, которые вы хотели бы проверить. Мы обязательно все протестируем. С вами была Ольга, проект Elite InfoBiz. Всем пока!